Алексей Васильевич, а вот вертолеты, тепловизоры, кто им интересен? Каким они? По деревням будут выслеживать тепловизорами? Ну, тепловизор, он же личный состав, живую силу выслеживает. Потому что мы говорили как бы сейчас о стратегии, о планах там богов и демонов. А теперь вот смотрите, остается низшая иерархия демонов. Так же? Они говорят, а с нами они что сделают? А? Вот теперь поставьте себе на местоположение вот этих тех, кто пятую колонну сейчас организовали, которые предали нашу страну, позволили разграбить. Они же-то есть? Да. Не олигархи, олигархи это просто козлы отпущения, а те, кто за ними стоит. Они люди, они не демоны. Демонам они тоже не нужны. Так же? И вот, как вы думаете, что они будут делать? Каяться, наверное. А? Каяться. Они! Это вот солитер завелся у кого-то там, извиняюсь. И кается. Ты думаешь, он покается? Сидит там и кается во всем, а ты и каешь. И тогда говорится, злодея не сделаешь добрым. Как не отмывай задний проход, он не станет глазом. Это видок написано, понимаешь? Это правило этого мира. Горбатого могила исправит. То есть не надейтесь, что они покаются, исправятся и скажут, ребята, вот да, мы вот предатели, вот сажайте нас на кол. Не ожидайте. Ну а так вот подумайте, поставьте себя на их место. Что бы вы... Выслуживаться, нет, они до последнего будут выслуживаться за цивилизацию. Они теперь всех уничтожать будут, и их в том числе. Они прятаться будут? Да не будут? Нет, прятаться это если что-то сверху там случится. Они будут цепляться, друг с другом грызться, вот, за цивилизацию всеми методами. Что больше всего они боятся? Правда они боятся. Мародеров. То есть накажут. Мародеры на них работают. Смерть. Да не нас боятся. У них это кошмар. Там, что мы проснемся. Ну я же говорю, правды боятся. Они знают, что мы просыпаемся. Вы думаете, что они не знают, что больше процент головного мозга у всех начинает работать? И дальше что они будут предпринимать? Уничтожать. Под корень. Информацию. Вот их руками как раз нас и будут уничтожать. Понять? Они нас больше всего боятся. Вот они будут и вертолеты с тепловизорами использовать. Лучшего из боев убей. Так же? Поэтому они говорят, а, самые умные будут текать из городов. Вот за ними и будем охотиться. Но это уже тактические. Уже мы сейчас со стратегией разобрались, а потом будем разбираться с тактикой. Потому что это тоже нужно учесть. Поставьте себя на их место. Как бы вы поступали? Первый, кто выйдет, надо играть. Ну, самых умных отстреляют. Поэтому я говорю, в нашем деле главное вовремя смыться. Чтобы не опоздать. Потому что действительно, они будут охотиться за теми, кто в теме. Потому что вот их планы какие? Они хотят создать такой феодально-рабовладельческий строй. Вот их мечта. Вот хозяева улетят наши, да, рептилии. Теперь мы сами тут будем главенствовать. Технократия нам запрещена. Значит, что остается, чтобы нам выжить? Феодальный строй. Ну, рабовладельческий. Да. Они сверху, остальные. Я феодал буду. У меня частная армия будет, остальные будут рабы. Понимаете, какие у них планы? Может, они по-другому еще поступят. Подумайте вот сами. Вот как бы вы поступили бы? Это лучший выход? Вот давайте, вот мы вот все вот пятая колонна, да? И вот собрались мы вот эти негодяи, да, и думаем, ну что делать будет-то? Они говорят, ну давайте поделим на удельное княжество, да, Россию. Я буду вот в этой территории, там. Я там, армия у меня Лукойла, это армия там, других структур, так же. И вот мы все сказали, ну давайте, чтобы друг друга, мы не хотим же друг друга убивать. Чего нам бодаться между собой? Так же? Ну давайте вот поделим территорию, чтобы с друг другом не бодаться. Конечно, каждый думает, ну тебе все равно. Сейчас мы договоримся, что мы поделим территорию и будем местное население доить. Мы будем феодалами, мы будем как бы управлять этой территорией, а остальных рабов пусть нас кормят. Пусть электричества не будет, пусть технократии не будет, но феодалы же жили. И мы теперь хотим так жить. Устроим право первой ночи, как они там делали, чтобы
Помните же? Да, было. Хочешь там жениться, ты невесту приведи к ней, он там и матрицу поставит, а тогда пользуй ее дальше. Так же? Вот они это и хотят сделать. То есть вот вы, допустим, вот эти вот феодалы, как бы вы поступили? Вот придумайте, вот я предлагаю вам такой вариант. Предложите более лучший вариант для негодяев. Здесь так-то все правильно, всех прочиповать, под контроль поставить. Если что, кнопку нажал, выключил сознание. Да, нет, не может быть, технократию и оставят. У них есть другие источники. Хозяина прилетят и... Ну не будут они нефть использовать, на другое перелет. И другое, да. Потому что, чтобы другое, нужно добывать там редкоземельные элементы. Это вообще табу, запретная тема. Также нужно там другие там материалы добывать. Это запрещено.